Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно. Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась. Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России, я знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди? Почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне. Thank you.
Our people were making thousands of pictures and videos of Russian troops and equipment moving through our territory, missiles that have been launched from our soil, you know. I also passed to the sanction coordinator in the State Department the documents with the evidence of Lukashenko's involvement in the war against Ukraine, as well as the list of companies and countries that helped to circumvent the sanctions.